К другим темам. Лето в самом разгаре, и пора насладиться теми дарами, которые на сегодняшний день преподнесли нам природа и земледельцы. В эту субботу, 29 июня, в Тирасполе госадминистрация организует ярмарку сельхозпродукции. Торговые места для крупных и мелких предпринимателей, а также для тех, кто готов продавать продукцию со своих приусадебных участков, предоставляются бесплатно. Кроме того, традиционно ярмарка будет сопровождаться концертной программой от Управления культуры. Рынок будет открыт в эту субботу с 7 утра до 2 часов дня на территории, прилегающей к домам 72 и 74 по улице Карла Липнихта. Пока данное мероприятие власти города организуют как эксперимент. Однако в планах у руководства Тирасполя такие ярмарки сделать ежемесячными вплоть до конца ноября во всех микрорайонах города.